Псалом 31, псалом Давида учения. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которым Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обещали кости мои от седневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие моих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсть нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающим на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведной, торжествуйте все правое сердце. Аминь.